На сесії міської ради не розглядатиметься питання повернення літнього театру у власність громади. Депутат муніципальних зборів Лілія Леонідова відкликала власний проект рішення з порядку денного. Вона пояснила свій вчинок юридичними моментами. Проаналізував всі подобные проекты решения, которые были приняты городским советом, скажу так, не проекты решения, а именно решения, которые были приняты в предыдущих созывах городского совета, я пришла к выводу, что это повлечет за собой часть действий со стороны застройщика, которые позволят узаконить данное строительство и никоим образом потом повлиять на отзыв этого решения, которое было принято в 2016 году, никто не сможет.